создание новых парковочных мест и строительство спортивных объектов. Глава города Владимир Быков сегодня встретился с предпринимателями города. Какие проблемы поднимали и каким решением пришли? В следующем сюжете. У бизнесменов это первая встреча в этом году. И с главой города они тоже встречаются первый раз. Владимир Быков рассказывает предпринимателям, какие проекты удалось реализовать в 2013-м. Отметил сразу, год был плодотворным. И призвал дальше предпринимателей вместе работать над обликом города. Например, уже сейчас разработана концепция благоустройства и реконструкции парков и скверов. Сейчас решили опираться на мнение горожан и провели соцопрос. Вот выбор приоритетов с учетом мнения горожан. Я хотел бы вам доложить, на что вот жители города обращают особое внимание. В первую очередь, по мнению кировчан, что совпадает с приоритетами в сфере строительства путепровод, микрорайон «Чистые пруды». Я думаю, что в этом году в связи, я ниже скажу, там, предстоящими мероприятиями, этот проект получит свое, наверное, претворение в жизни. В этом же году планируется строительство котельных в поселке Радужный, заверил Владимир Быков. По этому проекту уже подписан договор. Согласован также ряд других вопросов по строительству пунктов подачи тепла. Например, котельные в Верстниках и Заречной части. Кстати, как отметил глава города, каждый значимый проект проходит процедуру публичных слушаний. Елизавета Халикова, Антонина Бугреева, Даниил Кочкин, Бюро новостей «Давеча».